Всем доброе утро. Сегодня 23 октября, воскресенье, 2022 год, ЛНР, город Брянка. На улице пока плюсовая температура, на градуснике плюс 5. Ну, небольшой ветерок. Котиков покормила. Спали ночью спокойно. Ну, по крайней мере, как я говорю, я ничего не слышала. Ну, хочется ответить на один комментарий, который в Дзене было написано. Почему вы рассказываете о прилетах в Брянке? Почему люди соболезнуют только Брянке? Друзья, я хочу еще раз сказать. У нас не информационный канал. Мы рассказываем про свою жизнь, что происходит у нас в Брянке. Поэтому не обессудьте, не обижайтесь. Я рассказываю то, что могу рассказать. У нас смотрят люди, которые проживают в Брянке и могут чего-то не знать, не слышать. Многие повыезжали из Брянки, но родственники, родители или еще кто-то до сих пор находятся в Брянке. Поэтому им интересно, что происходит в Брянке. Вот. Как я и говорила, я не могу все на канале в Ютубе все рассказать, показать. Но с некоторыми мы общаемся ближе, и я могу и видео прислать, и более подробно или точно что-то рассказать. Но еще раз повторю, не каждому. Так что еще раз хочу сказать, не обижайтесь. Естественно, нам очень жалко всех людей, всех погибших, всех, кто потерял свое имущество и все остальное. И в заключение своего коротенького видео я, конечно, желаю всем мирного неба над головой, крепкого здоровья, семейного благополучия. И, друзья, будьте немножечко добрее. Сейчас многим тяжело. И с одной, и с другой стороны. И не надо нас обвинять во всем. Копните поглубже. Я думаю, вы смотрите телевизор, передачи, смотрите, с чего это началось и когда еще. Так что, друзья, все будет у нас хорошо. Всем мира и добра. Бусечка у нас в подъезде. Уже покушала. Буся, скажи всем всего хорошего. Все будет хорошо, друзья.